Не успели еще любители айфона привыкнуть к модели 6 и 6 Plus, как на просторах интернета появились слухи о следующем поколении смартфона. Новая модель iPhone 7 должна превосходить своих предшественников, значит размеры экрана будут еще большими, а толщина корпуса еще тоньше. Он будет мощнее и в то же время исключительно экономичный. Есть предположение, что дактилоскопический сенсор Touch ID в iPhone 7 будет встроен прямо в дисплей, то есть разблокировать гаджет можно будет просто приложив палец к любому месту экрана. Также планируется применить технологию распознания лиц. Тестировалась такая функция в Android, однако она показала себя не очень надежной. Новые возможности, конечно, повлияют на цену, что обещает быть в районе от 600 до 800 долларов, что сделает его самым дорогим айфоном в истории. Наберемся терпения, так как в любом случае iPhone 7 поступит в продажу не раньше осени 2015 года.